Наша общественная правозащитная организация была создана в начале 2020 года. И как раз она была создана после того, как за 2019 год ресурсоснабжающая организация Баш АТС выставила дополнительные счета, дополнительные начисления за целый год. Она назвала их корректировки, так называемые. Суммы там были просто баснословные, там 5, 10, у некоторых даже до 15-20 тысяч доходило за год. Но после того, как мы собрались, да, жители города Уфы, организовали эту общественную организацию, провели митинг, выходили на пикеты, направили сотни буквально жалоб в различные органы власти. Это способствовало тому, что буквально там в течение полугода Баш АТС было вынуждено уже возвратить обратно гражданам, жителям эти так называемые корректировки. Поэтому сейчас мой совет жителям Демского района, потребителям УПУИС, которым сейчас в мае пришли снова платежки за отопление, да, которым выставили счета якобы за ноябрь 2019 года, я предлагаю им пока повременить с оплатой этих начислений и просто вместо этого необходимо массово обращаться в надзорные правоохранительные органы, прокуратуру, Госкомитет по жилищному строительному надзору, Роспотребнадзор, чтобы уже они, чтобы компетентные органы выяснили законность этих начислений. И только после этого, когда вот как раз те органы, которые вот должны в этом разобраться, скажут, что да, эти начисления законны, тогда чтобы потребители, наверное, могут уже позволить себе оплачивать эти услуги. Но я считаю, что выставлять счета за 2019 год, да, это просто издевательство над народом, учитывая, что за эти 20-й, 21-й и нынешний 22-й год мы еще больше переплатили, да, то есть почему-то им все мало и мало, да, и я считаю, это просто издевательство. Так можно дойти и до советских времен, когда мы там платили за коммуналку копейки, да, они скажут, да вы, оказывается, в советское время не доплатили, да, давайте мы вам еще пару миллиардов выставим, да, ну, если логически мыслить, наверное, может быть, даже они так и сделают, да. Будем бороться, будем защищать свои права, прежде всего, это права потребителей, да, на то, чтобы нам предоставляли качественную коммунальную услугу. Мы ничего такого не требуем, мы лишь защищая права потребителей и считаем, что завышенная цена за отопление, перетопы так называемые, да, несоблюдение там температурного графика и так далее, это нарушает права потребителей.